Были реки и озера, были храмы и монастыри. Теперь очередь за глубинкой. В Ярославле сегодня презентовали новый трехтомник научно-популярной книжной серии «Библиотека ярославской семьи». 16, 17 и 18 тома уникального издания посвящены деревням и селам Ярославской области. Читатели смогут узнать много интересных и малоизвестных фактов из истории жизни ярославской деревни. За созданием трехтомника трудилось более 40 авторов, историков и краеведов. Новые книги уже выставлены на прилавках книжных магазинов города. Это уникальный трехтомник, потому что это первое издание, где в таком большом объеме, в систематизированном варианте представлена эта уникальная тема, которая обычно находится на периферии внимания исследователей и, соответственно, на периферии внимания читателей. Представлены в этом трехтомнике все без исключения районы Ярославской области. Мы постарались сделать так, чтобы этот материал был максимально разнообразен.